внимание, внимание! Сапожки на зиму всего за 4999 рублей, которые способны сберечь тепло, сохранить здоровье, подарить комфорт, радость, и при этом они еще и подходят абсолютно ко всему. 4999, скидка 2400, и это сапожки Элидия. Из натуральной кожи! Вы сейчас не ослышались. Это цена за натуральную кожу, за зимнюю обувь, представляете вы себе? Вообще, конечно, уму непостижимо, потому что в магазинах цена на зимнюю кожаную обувь начинается от 12 тысяч рублей. А почему у нас такая цена-то доступная? Бренд Марко у нас с вами сегодня представлен. Посмотрите, зимняя обувь – это не только снег, это еще и реагенты, это еще и дождь, и влажность. И наши сапоги способны справиться с любой непогодой. Посмотрите, что происходит, когда мы с вами наступаем вот в такую жижу, вот в такую лужу. Перво-наперво промокают ноги, потому что подошва бывает приклеенная, бывает прошитая. Для зимней обуви лучший вариант – литьевой способ крепления подошвы. Тогда она буквально запаивается. А смотрите, посмотри, у нас скатилась вся вода, и прям буквально маленькие только капельки сверху. А внутри? А вот внутри самое важное. Давайте еще оставим сейчас прям вот так вот, знаете, посильнее, поглубже туда. Вот так вот наши сапожки погружаю. Не страшно. Нет, не страшно. Я беру сухую салфетку. Опускаю ее внутрь, это бренд Марк, я в них уверена. Давайте, опускаем салфетку, будем проверять. Вот прямо в мысочную часть, вот так вот. Вот видите, вот у меня рука. Вот, да. Вот она, достаю салфетку абсолютно, совершенно сухую. Вот так, то есть наши ножки будут в сухости, в тепле. И это кожаные сапожки Элидия, всего 4999 рублей. Но у этих сапог еще есть несколько секретов. Обо всем поподробнее, а пока... Размерный ряд до 42-го. Лер, как выбираем размер? Всегда бренд Марко берем размер в размер. Если вы с ним еще не знакомы, то я думаю, что вам будет очень интересно познакомиться прямо сейчас. Марко, оно было, есть и остается самым процветающим предприятием нашего города, самым стабильным. 22 года назад я пришла на обувное предприятие «Марко», и вот с тех пор, честно, качественно стараюсь работать на своем рабочем месте. Наше производство как большой муравейник, где каждый что-то делает. От каждого приходит работа другому. И если где-то кто-то схалтурил, значит, процесс весь рушится, поэтому надо очень ответственно относиться. Значит, высокое качество, которому доверяют уже миллионы и россиян, и миллионы, конечно, жителей Беларуси. И сегодня доступно на шоп-н-шоу со скидкой с максимальной выгодой. Давайте заглядывать внутрь, давайте рассматривать подробно наши сапожки. Мы с вами говорим про зимнюю обувь и бренд Марко. Как никто знает, как защитить наши ножки. Посмотрите, как утопают мои пальчики в густом, теплом, шерстяном меху, между прочим. Смотри, Оль, какая технология. Это эко-мех, но с добавлением натуральной шерсти. Видишь, боже мой, Лера, как же здорово! Все животные живы и здоровы, просто постригли и добавили шерсть в мех внутрь. И нам тепло, и всем хорошо. А на ножках как хорошо смотрится. Так, до с какой температуры мы будем носить эту обувь? Какие морозы будешь? Бренд Марко нам заявляет температуру минус 20 градусов. Но могу вам четко сказать, если вы надеваете эти сапожки на теплый носок, то и минус 25, и минус 30 вам не страшны. Вот. Поскольку внутри у нас не только мех по внешней части, у нас с вами меховая стелька. И стелька, обратите внимание, съемная. Ее всегда можно достать, положить на батарею, просушить, погреть свои ножки. А второй утеплитель находится внутри. Видите эту белую прокладку? Это стелька и еще одна войлочная, которая находится между подошвой и основной стелькой. Представляете, какое тепло здесь нам с вами обеспечено. То есть мы получаем с вами двойную защиту. Тепло, которое защищает нас от морозов до минус 20 и более. Смотрится достойно. Мне
очень нравится, как они элегантны. Мне нравится, что они черного классического цвета. Мне нравится, что там есть небольшая, но танкеточка. И здорово, что эта обувь комфортная, так как это бренд Марко. Ну, а о комфорте давай детально. Давай, Оль, ты знаешь, есть одна очень важная вещь, которую нам нужно с вами прямо сейчас обсудить, и которую нам нужно, в которой нужно убедиться. Это увеличенная полнота наших сапожек. Восьмерка, скажете вы, это полнота чуть выше среднего, но я вам должна сказать, что в бренде Марко это больше, чем выше среднего. 6. Стандартная, ага, классическая полнота. 7 это уже хорошо, восьмерка это отлично. Что такое полнота? Это не только ширина стопы. У многих проблема вот в этой зоне, в щиколотке. Отеки бывают, да что даже косточка заплывает. А подъем высокий, представляешь, подъем. Что это такое? Угу. Это просто не застегивается замок. Давайте заглянем вот сейчас и измерим. Я взяла сантиметровую ленту. Посмотрите, вот сейчас максимально вот так вот ровненько положу. Угу. Почти 32 сантиметра получается обхват в щиколотке. Обратите внимание, во многих обуви, моделях обуви, это обхват в голенище. Вот, это кстати, 40-й размер мы с вами измеряем. Да, это важный момент. Давай, померим. Измерим голенище. И еще один момент, еще измерим высоту наших сапог. Угу. Почему? Смотрите, что касаемо голенища, у нас здесь с вами получается 38 сантиметров. Чуть-чуть у меня расслабилось, сейчас я вот так вот натяну. Вот, 38 сантиметров, это обхват голенища. Но важный момент, на какой высоте эта ширина. Так. Смотрите, у нас сапоги с вами чуть укорочены, не доходят. Они у нас с вами до... самого широкого места? Да, самой широкой части нашей ножки до икры. 29 сантиметров. Это у нас с вами по средней части высота голенища. Смотрите, что нужно сделать. Вам нужно взять сантиметровую ленту и измерить вот те же самые параметры. То есть на высоте 29 сантиметров обхват ножки и обхват ножки под щиколотки. Вы убедитесь, что подходит эта обувь даже на самую широкую ножку, на самую объемистую. Если вы сбили с ног в поисках комфортной, теплой, зимней кожаной обуви, мы ее для вас нашли. Это сапоги Элидия. Специальное предложение дня, уникальная акция. Вы экономите 2400 рублей, но не только. Вы экономите время, силы, нервы. Вы получаете свои сапожки на ближайшей почте. Но это бренд Марко. Это натуральная кожа, а внутри... И внутри шерстяной мех, а подошва у нас с вами выполнена из термоэластопласта. Вот такое сложное название. Если вы видите обозначение ТЭП, ТЭП, три буквы, это значит термоэластопласт. Во-первых, эта подошва не замерзает, то есть не становится жесткой, не становится ломкой. Во-вторых, эта подошва, видите, что она? Она гибкая, она мягкая. Эта подошва не скользит, разнонаправленный у нас здесь с вами, посмотрите, рельеф. Ни в одну, ни в другую сторону не скользко. И это еще и приподнятость, это анатомическая форма подошвы. Это практически ортопедический эффект. Вот так, сколько раз мы падали, сколько раз, ведь это же такая травмоопасность, особенно зимой в гололед. Все, мы скажем этому нет и стоп. Носим правильную обувь. Это сапоги, которые представлены сегодня с максимальной выгодой. Завтра будут стоить на 2400 дороже. Элидия, ваши кожаные сапожки на ваши ножки.